поймать не можете! А думали, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, значит! Ну так если будете и дальше сраками думать, она всех положит и на вышку заявится! Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут! Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете! Хоть весь остров сожгите! Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Всем отбой! Барон сказал! Сработало уже, походу. Ну, падла, ловушек натыкала. Спросим с твари этой закаты. Thank you.
лава, пацанов на раз валит, а лохматых жалеет. Уже. Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Дверь бекину. Ты стой, я лист опущу. Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть в зоны. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи.
Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да?